Итак, всем здорово, всем привет. Я не знаю, сколько меня не было на Ютубе, я даже не смотрел. Последний ролик по какой-то игре, да, хоть какой-то, вышел, по-моему, месяцев 6 назад или 5. Я точно не помню. Итак, сегодня у нас игрушка Self-Isolation. Я не помню, когда я ее скачивал, очень давно. Эта игрушка старая, но просто хотелось поиграть. Интересная, она заинтересовала меня, такая... Такая необычная, не очень такая заезженная. Так, давайте... Ну, я же не English. Это русский, да? Ага. Настройки, давайте посмотрим, что здесь. То есть качество бегунком настраивается? Интересно. Громкость телевизора. Так, ладно. Ага. Больше нет разрешения. Ну, все, в принципе, тогда. Начать игру. Прикольная менюшка, кстати. Ну, такая перемещалочка такая. Правая клавиша телефон. У меня почему? Кнопка домой на телефоне нажимается. Чё? Е взаимодействие сразу хоть обучает чему-то. Поговори с Ольгой в скобочках. Твоя жена, блин. Ой, что это там? А как? Телега, блин. И чё? Ну что ж, так, Е взаимодействовать, да? Ой, нет, не надо. Так, давайте к балкону. Чё не могу выйти на балкон? То есть я даже не могу выйти на балкон? Что? Так, давайте-ка посмотрим. Полки не открываются. Я что, в это? Ну, даже не постарались, честно, вот с этим... С выключателями как-то вообще все плохо. Вау, о! Анна, дочь злая такая. Давайте икать. На! Икать фонариком. Какой я хороший. А, нет. Компьютер дочери, но мне придется работать за ним. А, ну да. Нет, подожди. Надо поговорить вот... Господи, Ольга, в скобочках жена. Ну я как-то понял. Доброе утро, Дим. А, меня Дима зовут, ага. Я иду в магазин сегодня после работы. Что-то нам нужно купить. Оно само, это я не нажимаю ничего. Чё? Текущие деньги 10 UBL? Чё такое UBL? Всё необходимое плюс вкусное. А, я понял, короче. Если, судя по всему, мы купим всё необходимое плюс вкусное за косарь 200, типа, задобрим дочку. Но только необходимое, минус 600. Давайте по... Ничего, надо копить деньги, блин. Конечно, самый реальный вариант это третий, но давайте-ка только необходимое. Допустим. Только все необходимое. Хорошего дня на работе. И тебе. Я не нажимаю ничего, оно вот само. И оно даже... Ой, блин. Основа сообщений в телеге. Телега, блин. Да я понял, блин, давай. Начальник, мы... Тебе. Доброе утро. Как ты уже знаешь, много вывозит на удаленку. Зашла и до нас очередь. Мы тебе настроили компьютер и почту. Твоя задача простая. Выдавай QR-пропуска всем людям моложе 65 лет, кто подал заявку через программу на компе. Так как пандемия настигла нас внезапно, мы программу делали на скорую руку. Наши программисты сделали только кнопку «Выдать QR-код», поэтому просто не выдавай код, кому не положен. Садись за компьютер и работай тогда в QR-программе.
Я тут столка. Это нормально? Жена, блин. Вот эти shift есть. Ой, shift есть. А зачем мне shift в квартире? Так. Сортир. Вообще. Ну ладно, не буду приколебываться. Так, на LKM не работает. На кнопку мыши левую. Цвет. А как они без света, раз это пластиковый, судя по всему? Че так все плохо? Все раскидано, что-то вообще. Нельзя, то есть просто нету кнопки выйти. Подожди, то есть она прям следит. А когда я сюда захожу, у нее голова выворачивается на 360, да? На 180. Подожди, что я взаимодействую? Юблинская. Переносит на А, ну, да. Достали людей. Ой, это до добра не доведет, ребят. Я все понял, все, а то так это. Ко мне будут вопросы. Так смотреть много. Интересно, если задернуть ей плохо станет это? Да и пофигу. То есть неплохо, а как сказать, настроение испортится. Так, включим свет. Че не включить? Так, сейчас, дочка. Привет, папа, у меня все хорошо. Я скоро ухожу в школу. В смысле уходишь в школу? Нет. Можешь работать на компьютере, я не против. Почти. Как это? Ага. Так, все, в принципе, взаимодействия больше нет. Садимся за комп. It's VB. Типа кода, блин. 10, ага. QR up. Подожди, закрой. Mail. Так, как я понял, только... Government. Короче, ничего нового. Должен быть... младше 65 лет. Все, короче, сейчас посмотрим, что здесь сложность. Это как Papers, Please, типа, я правильно понял? Вы готовы к работе? Вам следует ознакомиться с инструкциями на почте, прежде чем продолжить. Я ознакомился. Ага. Удачи. Да, я понял. Спасибо, начальник. Стоп, начальник? То есть, это как? Это как? 67. Не выдать. 42. Выдать. Профессия писатель, да? Депутат, блин. 93, спасибо, не надо. Профессия школьник. Блин, не так-то все просто. 62. Выдаем. 76. Нет. 57. Да. Успенский. Программист. Алексей Антон Антонович. Что за фигня? Это не я, ребят. Оно само. Типа перегруз сервера. Пре-альфа, блин. Кажется, что-то сломалось. Стоит спасти об этом начальнику телеги. Уровень стресса увеличен.
Привет, я не могу завершить свою работу, появляется все, точнее, разогрел сервер, поэтому сегодня день закончен. До завтра, блин. Жена принесла еду из магазина. Подожди, стой, ага. Короче, реально, как бумаги здесь на тумбочке. Где? Где ты? Просто включите везде свет, пожалуйста. А, все, вот они просто сидят. Так, дорогая, как прошел день на работе? Закрыли на удаленку. Хорошо, клиент нравится моей стрижки. А, о, я натюхал, как уже их махер. Правда, покажет, что нас скоро могут закрыть, тоже, ну, понятно. Угу. Думаю, что это правда, блин. Прикол, конечно. Кто же будет людей стричь? Никто. А у тебя как день прошел? Нравится новая работа? Вообще нет, говно. Да нормально, раздаю кверху, да и скучно. Программисты даже кнопку отказать не сделали, блин. И наорать матом, да. Все коды правильно раздавал. Потом у них сервак сломался. Пусть чинит теперь, блин. Молодец, я рада за тебя. Что нового в школе? Закрывают удаленку. Я не нажимаю ничего на самом. А у Васьки сегодня и нет, не было. Вот лол, он не смог получить QR-код, единственный из класса. А, ну вот актуалочка, ребят. И сидел дома вместо уроков. Кайф. А, ну подожди, то есть нам надо врубить телевизор? Да. Прикинь. А, почему я могу включить телек? Ну, логично, что надо включить телевизор-то, блин. Так. Таб не работает. Что делать-то, блин? Открой, блин. Замечательно. А, так. Где у меня телефон лежит, что он светит? Жена, блин. Что да? Что да? Что мне делать-то, блин? Так. Быстрее шоу уже начинается. Ваши любимые с вами пригласили в студию бомжа Васи, который сломал вышку 5G, блин, Василий, что можешь сказать по поводу этих? О, это все просто. Что за странное шоу? Пора идти спать. Так, а как встать-то? Как выйти-то? Вы все врете. Так, а типа умыться, помыться? Нет? Ну давайте, по-свински. Жену не дождем. А, надо было... Иди в туалет, в вашем фонарике на телефоне. Так, у нас уже шиза коллектив начинается. Жена спит прямо вот так сверху, просто поверх. Врубить телевизор, чтобы проснулись, блин. Почему не могу проверить, как у меня дочь там? Ага.
То есть прям вот так, да? Я за реализм в играх, чё? Как смыть? Ага. Нет, ну а чё? Шум на кухне. Блин, у меня это того. Да что за шум на кухне, объясните мне. У меня... Тебе нужно отдохнуть, блин. Ну это шиза коллективная, ребят. Так, сколько время? Ой, блин, я вообще не слежу за временем что-то. Блин, так, меня выпнуло отсюда. Может еще пописать еще? Пописать, пописать. Да. Я так и... Подожди, как... Свет там не исходит из... День первый, начало, я не могу. Я помню, делал какую-то игру. Ну, в школе там урок программирования был, мы там делали такие... как визуальные новелки, такие открытки. Не получил штраф. Я решил сэкономить один. Ночью мне плохо спалось. А, то есть со вкусняхом бы хорошо спалось. Короче, я делал там игрушку, и там просто дикий какой-то ржач был. То, что я там что-то делал про коронавирус, блин. Какой-то прикол там дикий. И это было вообще. Отношения в семье хорошие. Уровень стресса незначительный, етижный, пассативный. Так, ага. Нужно поговорить с женой по поводу покупок. А почему, кстати, она ходит? Типа, с ней более снисходительно. Сейчас, подожди. Вот эту вот фигню, конечно, надо убрать, блин. Во, холодильник подопру, все, что. Доброе утро, милый. Как у тебя... А, оно быстрее прощелкивается. О, тут можно выбрать. Давай, кошмары ночью мучили. Что-то ночью кошмары мучили. Ты не переживай, наверное, ты просто нервничаешь после первого рабочего дня. Пройдись до магазина, станет лучше. Сегодня твоя очередь в магазин. Магаз эти, короче. Благо еще... Да. Пускай за поход в магазин. Что нужно купить? Нужно купить молоко, яблоки, туалетные бумаги и гречки. Спроси еще дочку, может, ей что-нибудь нужно купить. Пойти в магазин, спросить у Ани, что ей купить. Анна Дмитриевна, быстро. Аня, что тебе купить? Собачку. Я вообще-то продуктовый иду. Давай купишь шоколады каждому. Купить сладкое, да, купить. Почему нет? Хорошо, я куплю всем сладкое. Хорошо себя веди и слушайся маму. Да, я свечу фонариком всем хлебал. Еее, спасибо, папочка, ты сам лучший. Я пошел в магазин. До вечера, милый. Я тебе написал список товаров, отправил в телефон, чтобы ты не забыл. Не ссы, забуду. До вечера, папочка, блин. Так, всем пока. Это так долго это. Так, подожди, надо... Все, да? Больше не с чем взаимодействовать. Хорошо, выходим на улицу. Так, а, в смысле, прям сразу в магазин? У вас новое сообщение в телеге. Молоко x2, туалетная бумага x1, яблоки x5, гречка x2. А, как взять телегу? В смысле, не вот эту телегу, а вот эту телегу. Так, курпа. Курпа, курпа, курпа. Как все весело, уже продукт начинает заканчиваться. Куда ты прешь? Че, куда ты прешь? Окаянный.
Вот что молодежь пошла, ну понятно, считай. Крупа. Совсем старших не уважает. А, крупа. Опять мы воевали. Вот как сейчас помню. Да, и самое прикольное, если эта старушка там родилась в это в 51-м году, допустим. Так, яблоки. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Гречка X2 и... Так, туалетная бумага, X1. Где туалетная бумага, блин? Ага, туалетная бумага. Ага, так, ага. А, молоко, ага. Так, молоко, подожди, как оно выглядит. Шоколадки, так, шоколадки. Как шоколадка выглядит? Макароны. То есть, только не говорите, что мне сейчас старую. Ага, вот, шоколад. Раз, два, три. Здрасте. Пакет нужен? Давай, чё, господи. Да. Карта магазина девяточка есть? Нет. Оформить не желаете? Нет, спасибо. Товар по акции? Нет. Хорошо. Вам нужно заплатить 675 рублей. Все нормально. Вот. До свидания. Пока. Так, все, все забрал. Ага. Уложился, в принципе, даже вон там остался. Так. Угу. Дочка шла в школу, короче, жена на работу, а я покупки-то выгрузил куда-нибудь. Вот кто закрывает двери? Снова сообщение в телеге. После того, как я отдал пенделям этим программистам, они починили сервер, еще они создали кнопку отказать. Да. А, как обычно, я выслал на почту Казани, бла-бла-бла, да, когда даже если они старше 65 лет. А кому нет среди работы, хоть полвесячный, если я тебя не вижу, это не значит, что нужно штаны просиживать. А, я прекрасно вас понял, товарищ начальник. Я не понял одного. Почему я не могу на балкон выйти, блин? Мне прикал то, что мы живем все в трехэтажках, то есть это какой-то город там на 10 тысяч, то есть это поселок городского типа там даже, наверное. Поселки городского типа, это, подожди, нет. Прочитаем. Так, подожди. Особый контроль. Второй день. Понял, короче, нифига не понял. Да, так. Выдать. 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 Давай выдать. А, промахнулся, да? О, да. Отказать. Отказать. Чё там встанет? Отказать. Отказать. Выдать. Твоя жирная... Отказать нафиг. Возраст 44. Студент в 33 хороший. Художник, маляр скорее.
Так. Спидран, поехали. Дипломат. Все три, ага, выдаем. Все три, выдаем. 69. Отказать. Студент 62. Выдать, блин. Выдать. Я не успеваю. 41. Выдать. Афанасович. Так. 67. Отказать, блин. Офисный рабочий 52. Так, школьник. Спортсмен просто. Спортсмен. Отказать нафиг. Писатель. Писатель. Отказать. Ага. Ага. Достоевская, блин. Вообще как-то... Так, ага. Достоевская, блин. Сержать... Ой, господи, это я хрен произнесешь. Самсон. У вас новое сообщение. В смысле, я не понял, в чем прикол? Жена заработала 600. Дух Юблинской связались со мной. Че, я гадалка в пятом поколении? Иди нафиг. Понятно. Ой, блин, опять темно. Ну, кто так делает? Так, оп. Еду почему я не могу употреблять в пищу? Так, дочь, жена. Другой сегодня день на работе прошел великолепно. Начальник сегодня уехал на совещание. Намекнули, что завтра нам привезут хорошие вести. Они дово... Чё? Чтобы каждому заплатили... Ага. А у тебя как день прошел? Да говно у меня день прошел. Да, особо без изменений. Я не сразу понял, что делать надо. Меня штрафовали, блин. Потом у них сервак сломался. Пусть чинит теперь. В следующий раз будь аккуратней. Куда сел? С дочкой, смотри, как у тебя день прошел. Я написал контрольный по математике на пятерку. Моя умничка. Как это смайлик произнести? Спасибо, папа. Кстати, тебе сегодня не попался QR-код от твоей же. Да, видел. Это мой одноклассник сделал. Смеялись всем классом. Было весело. Урою, одноклассник. Было весело. Да. Чтобы купили все, что нужно было в магазине, чем я просила тебя утром. Спасибо за шоколадки. Хорошо, вечер, житель. Купили чернишон. А, так. Господи, мне это надо смотреть обязательно? Бомжа-бось. А можно я просто лягу спать? Все, спасибо. Смотреть там без меня это вот не надо. Я, если честно, если хочется, пойду что-то съем на кухне. А я лично... то есть вот как... Да блин.
Короче, я в реальной жизни телек не смотрю уже 7 или 8 лет. В принципе. То есть, нет, ладно, не буду. Опять я не могу зайти к дочке. Сейчас будет крипота. Наконец-то я могу, блин, пожрать. Могу все сожрать. Вот это я... Блин, я зря это сделал, потому что... Не суди их. Кого не суди? Я могу стереть. И спать тебе нужно дохнуть, блин. Свет гаси в ванной. Деньги казенные. А, может, с меня штраф списали, блин. Капздец. Так, давай уже быстрее ложись спать. Так, день два туда и обратно. Это был второй день самоизоляции. Я ходил в магазин. Я купил шоколадки, я выдавал коды неверно. Получилось штраф. Ночью неплохо спалось. Короче. Екать, блин, я просрал 160 юблей. Это я правильно понимаю, что это типа юбл это отличный уровень стресса, незначительный. Хорошо. Кто-то плачет на кухне. Только что позвонил начальник, сказал, что все наши парикмахеры уволены. Хнык-хнык, чё нафиг? Твою жену уволили. Спокойно, жену. Почему же тебя уволили? Все же было хорошо на работе еще вчера. Ничего удивительного. Ничего не произойдет, закроется, и никаких выплат не будет. Не переживай, найдешь работу в другом месте. Ага, ты ж прям сейчас, ты же сейчас найдешь прям. Ага. Придется временно пожить только на твою зарплату. Ну, зашибись. Эй, на кухне. Быстрее. Так. То есть мне идти надо будет? Прямую речь? Нет, не, нельзя будет выкладывать, я это не выложу. Я не смогу это выложить. А можно я... Я, конечно, все понимаю. Чем склонен терять снова? Необычно не заметили. Будто бы сейчас зацепил. Теперь буду обучаться дистанционно, да я понял. Короче, понятно, ничего нового абсолютно. Ну, чтобы человек был паспорт.
Подкачай, блин, сейчас подкачаю. Ребят, я, наверное, не буду это выкладывать. Или я выложу, но тут цензурнуть надо будет, мне кажется, не. Очень уж это все весело, ребят, так что... Подожди, ты надо... Так... Моил... Так, должен предоставить паспорт, все порядки должны совпадать с паспортными данными. Фотографии в анкете должны совпадать с фотографией в паспорте. Понятно. Да. Якушев Тимур Павелович. 27 лет. Я работаю, ребят, в каком-то, блин, этом. В Мессе, блин. Бучков Игнатий. Ага. Ну, номер паспорта уж проверять-то, это уж слишком. Ну, что сказать? Бубуленский Назарий Глебович. Я так ничего не успею. В смысле, это второй такой, нет? А! Почему три раза-то? Котов Ирины... Ага, иди нафиг. Меня не проведешь, блин. Я дебил. Извиняюсь. Я нажал не ту кнопку. Ой, все, ой, все, все, наштрафовал, наштрафовал, отказать. Да. Да блин, нафиг. Ой, нет, это нафиг. Так. Менеджер. Так. Угу. А от того, что я медленно работаю, мне от этого плохо не станет. Политик. Что значит политик? Рабочий день. Ага. Дим, оплатишь счета? Иди нафиг, бумаги здесь на тумбочке. Не, не, так. Подожди. Приветствую, я еле-еле нашел в интернете. Говорят, что можете раздать. Мой дедушка хотел приехать сюда домой, в родной город. Ему нужно здесь купиться лекарства. Хотелось бы код для него. Есть способ решить вопрос? Пожалуйста, ответьте. Санек 228, ну... А что мы ему напишем? Давай напишем что-нибудь. Выйти, сказать, отказать, но написать контакты на защищенный чат. Давайте побудем говном просто. Так, давайте включаем весь свет. Так. Почему, блин, я пожрать хочу, может. Так, давай-ка. Подожди, а... Встань, дебил. Ну, то есть от того, что я говорю, лучше становится, да? Минус... Я лягу спать, ребят. При всем, как говорится, хотении посидеть там в их компании, пусть они сами там смотрят.
хочется пить. Она за мной смотрит. Включить? Нет, да давайте включим. Нет, не будем. Это ты чё напился? Ужесточение изоляции. Понятно. О, наконец-то прибавка. Отличный. Уровень стресса незначительный. Так, опять с женой базарить. Мне интересно, то есть... Где жена? Может, она в комнате с дочкой? Чё-то никак, куда все подевались, я не понял. Звоню жене. Попробуй позвонить ей, ага. Зашибись, четко общейкать. Никуда не выходила, никуда. Что-то меня кал... Ой. Не бойся, не в безопасности, скорее всего. Кто-то пишет. Вы можете переключаться между чатом на телефоне, нажав на стрелочку в левом верхнем углу. Да я понял. Заяк сегодня ночи много. Представить очередные новые правила. Больше это крайне важно. Надеюсь, все понятно. Нет, непонятно. Давай напишем. Давай скажем, что родных нету. Я знаю, на твои шутки, дочь. Спасибо. Ну, кстати, да, он как говорится, хоть и поорал, да, но, блин, все-таки согласился, типа, на помощь. Надеюсь, он, конечно, это... Ой, этижный в рот. Это как... Вообще, как можно... Все, так, я, наверное, сейчас прекращу запись. Я не знаю, сколько я записываю. Наверное, уже час. Так что, такая вот игрушка. Не знаю, то есть здесь сколько дней это будет по длительности. Скорее всего, ну, дней типа 20, я не знаю. 10-20 дней. Хотя здесь уже бурное развитие событий, на самом деле. Вот на третий день, я не знаю. До 10 дней дойдет или нет? Пока что, как бы, не знаю. Так что, скорее всего, я здесь чикну, запись разделю. И я сразу же буду записывать вторую серию. Так что всем пока-пока и переходите в следующую серию, нажимайте.